Ансамбль песни и танца Дома офицеров Забайкальского края готовится к насыщенному гастрольному туру. С 14 по 21 сентября артисты ансамбля посетят Брянскую, Орловскую и Гомельскую области, где примут участие в мероприятиях, посвященных 70-летию освобождения этих территорий от немецко-фашистских захватчиков. Накануне отъезда коллектив ансамбля с гастрольной программой выступил перед читинским зрителем. Прозвучали такие известные композиции, как «Шумел сурово Брянский лес», «Дорога на Берлин», подготовка репертуара длилась месяц. Мы эту поездку прежде всего рассматриваем в том плане, чтобы популяризовать искусство наших забайкальских артистов и в то же время в плане привлекательности в целом Забайкальского края. Вот. Мы считаем, что уровень артистов Дома офицеров уже достаточен для того, чтобы представлять Забайкальский край как в других регионах России, так и за рубежом.